актовый зал технического университета наполнен обаянием брестских красавиц. Здесь и вправду все оттенки красоты, от скромных белокурых кокеток до ярких и жгучих брюнеток. Девушки как будто сошли с парижского подиума. От обилия женской красоты кружится голова. Это про конкурс «Королева весна». Девушка должна быть уверена в себе, иметь красивую внешность, конечно же. Хотя, наверное, душа важнее все-таки, потому что внешность внешностью, а человек должен быть хорошим. Готовилась я около 2 недель, очень долго искала идею. И в визитке я сравниваю свою жизнь с полотном, которое мы каждый день создаем. И фишка всей визитки в том, что это будет иллюстрироваться на сцене в виде нитей. Этапов смотра много. Классическая визитка, дефиле в коктейльных платьях, творческое испытание и, конечно же, интеллектуальные баталии. Ведь конкурс, говорят организаторы, проект не только о красоте, скорее о красоте наполненной интеллектом, харизмой, обаянием, добротой. Девушка должна быть и артистичной, и красивой, и умение держать себя с аудиторией и с залом. Это и ответить на каверзные вопросы, которые предоставят, прежде всего, зададут жюри. Ну и прежде всего, поддержать в том числе и тех девушек, которые с ней участвуют в этом конкурсе. То есть это и отзывчивость, и доброта, и сострадание в том числе. Мы стараемся побольше привлечь спонсоров, чтобы как-то скрасить конкурс. И поэтому, и в то же время мы стараемся какое-то что-то, новизну какую-то вести, какой-то творческий новый, под какой-то формат подстроиться. Поэтому все время что-то новое вносим каждый год. Стук каблучков и громкую музыку было слышно и в университете имени Пушкина. За титул «Весенней королевы» соперничали 10 студенток. Их объединила одна мечта – надеть корону королевы красоты. Женщина должна быть женственная в первую очередь. И девушка, она должна именно передать вот через свое внутреннее, вот именно свою внутреннюю женскую суть, именно через свое выступление. Донести до людей то, что она хочет донести, чтобы это нас зацепило в душе. Поиски самые-самые завершены. Титул «Королева весна» получили студентка технического университета Анастасия Колячко, в вузе имени Пушкина Валерия Ганусевич. Они отправятся покорять областной этап смотра. Он состоится 9-10 апреля в Полесском государственном университете. На нем будут искать самую красивую и талантливую девушку, которая представит Брещину на республиканском этапе, а может быть и в будущем покорит и международный подиум смотра.